Привет, мои дорогие девочки, как вы там маетесь? Все ли у вас хорошо? Так, это я хотела по-польски сказать, но не сообразила. Як се маш, по-моему, там говорят, как дела. Сейчас мы с вами погадаем на черном таро, погадаем на тему, что он чувствует к вам. Сегодня у нас растущая луна, да, и она в рыбах, девочки. Это такое... Я бы сказала, очень хорошее время, да, для того, чтобы пока мужчина находится в таком спокойном состоянии, на него гадать. И посмотрим, что он чувствует к вам сегодня, что он чувствует на растущую луну. Даже, девочки, вне зависимости от того, когда вы смотрите это гадание, открыли вы его на какую-нибудь убывающую луну в другом знаке, да, все равно... Дело в том, что это вы гадаете на мужчину вне зависимости от этого дня. Как это так объяснить, да? Объяснить в двух словах просто я хочу, потому что на эти темы тоже можно очень много говорить. Я раскладываю карты в определенный день, точнее, в определенную даже ночь, вечер. Вот я вечером в основном только люблю работать, да? Днем редко, и то, если очень там хорошо прет. Как карта прет, то я сажусь и с вами гадаю, да? И смотря на эту статистику, как мужчина к вам относится, когда вы много гадаете на него, да, через день, там, я даже специально не делаю это каждый день, только для того, чтобы у нас с вами откладывалось что-то в голове, да, чтобы откладывались какие-то ключевые слова, либо карты у вас повторяются, да, и вы можете наблюдать эту статистику, как мужчина к вам относится, да, как он меняется, изменяется. Можете смотреть, убывают ли его чувства, да, либо наоборот возрастают по отношению к вам, да, что делать в этой ситуации. Дело в том, что когда знаешь мужчину, по картам Таро и по знаку зодиака, судишь даже по тому, какая новая луна, либо полнолуние, да, как он себя ведет, какие у него глаза, да, какой он по масти король, девочки, это все для чего? Мужчиной можно управлять, понимаете? Реально, не то, что там надеяться, что он будет чувствовать, вы можете себя специально вести себя так. Мне сейчас просто, пока я снимаю, пришло такое сообщение смешное от человека. Ладно, я чуть не засмеялась. Но я сейчас немного такая уставшая, именно после такой очень долгой пешей прогулки. Ходили мы по делам, ходили именно пешком. И вам советую, кстати, ходить побольше пешком. Даже одни, возьмите, ходите одни. Не ищите там даже компанию. Взяли, вышли с дома и пошли гулять, девочки. Намотали несколько кругов. И, кстати, вот эта вот вибрация шагов именно, да, это тоже вибрация. Она очень, кстати, благотворно влияет на организм. Танцевать очень полезно нам, девочкам. Очень полезно, да, как никому. Так, ладно, не буду сейчас перебалтывать. Выкладываем карты. Четыре мужчины. Что он чувствует по отношению к вам, девочки? Что он чувствует? Загадывайте карту. И, кстати, вот, может, заметили на Таро, да? Часто очень бывает, когда в середине какая-нибудь точка. Это для того, чтобы вы переносили свое изображение из головы и кидали ее как бы на карту, да? И вот вместо этого лица, пожалуйста, представьте своего мужчину, которого вы хотите. Наложите на изображение вот этих голов, да, серых. Наложите изображение своего мужчины. Представьте его так. Я иногда советую пальчиком вам трогать, да, экран даже трогать. Вы так дотрагиваетесь до карты. Ну что, поехали. Открываем. Так, как он к вам относится, что он к вам чувствует. Король Пентаклей, девочки, выпал вам. Король Пентаклей. Я вам скажу так. Этот король до конца не понимает, что вы от него хотите, как ему относиться к вам. Он не понимает. Он реально не понимает, потому что
не может свои понять ощущения. Он не может, вы для него не простая, не открытая книга. Он по вам не может определить, да, как вы к нему относитесь, не может определить вас, ваш следующий ход, да. Вы вот такая вот небанальная для него. И если этот король Пентаклей имеет огромный опыт девочки общения с женщинами, да, может быть, у него даже не сколько пикап, да, но вот какие-то такие вот правила, которые он использует постоянно в общении с женщинами. Так вот, он вас не может прочитать. Вы для него нечитаемы, и потому он даже не знает себя, как вести. И из-за этого, мои дорогие, очень часто вот этот король Пентаклей может себя вести так, типа игнор, но в то же время, если вы там позвоните, если вы ему что-то напишете, он будет такой, знаете, типа положительно настроен, да, но он будет просто ушки на макушке, как доберман держать, нос по ветру держать для того, чтобы понять, раскусить вас. А это, кстати, очень хорошее качество, что ваше качество, что он не может вас раскусить. Так что вы для него немного нечитаемы. Он может по этой карте отдаляться, да, он может уходить в какие-то загулы. И, девочки, вот если вы его, вот во многом тут еще зависит даже от вас, да, будете вы его цеплять, да, то будет он возвращаться к вам. Но может этот воздушный шарик, если отпустить нитку, то может просто улететь в небо. Потому что он чувствует немного такой дискомфорт из-за того, что не может до конца вас понять. Да? Есть такие тут короли Пентаклей, которые хотят попроще кого-нибудь. Да? Есть такие, которые хотят посложнее, их наоборот это привлекает. То есть уже смотрите по месту, да, какой ваш этот мужчина. И, кстати, вот короля Пентаклей легко трактовать еще и со знаком зодиака. То есть посмотрите, кого вы загадали, да, какой знак зодиака. И его поведение, поведение этого знака в зависимости от того, когда он не может прочитать девушку, да, как себя рыба поведет, да, как себя скорпион поведет. Скорпион будет, возьмет ковырялку свою руку, клешню, и начнет вас расковыривать, да, где-то узнавать. Причем это будет иногда даже болезненно, потому что он будет проверять ваши реакции в разных ситуациях. Если взять короля Пентаклей и Водолея, то у него на самом деле изучение, оно, в принципе, поверхностное, да, он в глубине вашей души копаться не будет, да, но его надо, вот этого короля Пентаклей, все время удивлять каким-то своим нестандартным поведением, Водолея, ну и так далее, девочки. Смотрите, какой этот король Пентаклей у вас по знаку зодиака, и чтобы понять, как он дальше будет к вам относиться. Вот тельцы, они больше привязчивые, да, раки привязчивые, вот тельцы, раки, сюда могу, вот козерогов тоже, кстати, могу сюда отнести, они будут, знаете, им надо говорить банальные вещи для того, чтобы ими немного руководить, да, то есть я хочу это, я хочу то конкретно, да. То есть, если вы видите, что он соскальзывает, говорите то, что вы хотите ему конкретно. Так, дальше давайте посмотрим второй вариант. Второй вариант у нас будет такой. Открываем карту. И у нас 11-й старший аркан силы. Что он чувствует по отношению к вам? Ну, что я вам скажу? Во-первых, он сейчас полон жизненной энергетики, да, такое ощущение, что я бы сказала, что он как-то вырос в прямом смысле этого слова, я имею в виду по росту, что-то я такое вижу, что он как вытягивается вверх, да, не знаю почему, но как будто человек по росту становится выше, что-то такое, да, высота какая-то выше становится, а по отношению к вам чувства, да, но вообще-то вот этот человек по 11-му старшему аркану, он
зациклен, в принципе, на самом деле, в первую очередь, на себе, на своем развитии. Но вы на него, сюда положу, положительно влияете. Но я тут все-таки, девочки, достану, потому что силу о чувствах тяжело так трактовать, хоть и старший аркан. И отшельник еще. Сила и отшельник. И причем, обратите внимание, сейчас я вам всю карту соберу и покажу, да? Тоже магия вашего мужчины. Икс. И с левой стороны палочка, и с правой стороны палочка. 11-й аркан и 9-й, да? Какая-то такая магия происходит. Какая-то магия. Возможно, девочки, есть такая фигня здесь. Возможно, какое-то магическое влияние на него, да, либо он сам даже, это даже может что-то вот от подхода, как будто поход в храм, да, возможно, он заинтересовался какой-то религией, возможно, какой-то сектой мог заинтересоваться, да, и по отшельнику, да, и по силе, вы его как-то прокачали, да? Вот у меня есть человек, который все время говорит, ты меня прокачала, ты меня прокачала, да? Так вот, вы на него тоже так же повлияли, и это действие из прошлого. Вы его прокачали. У него сейчас какая-то такая повышенная духовность, но я бы сказала, что тут какой-то аскетизм, даже какого-то целибата немножко есть. Это отказ от секса, да, только для того, чтобы себе самому что-то доказать и показать. Может, вы ему что-то такое, знаете, могли очень резко, вот из самого такого негативного, да, вы могли сказать ему какую-нибудь такую очень сильную, конкретную, резкую, негативную правду в глаза, да, что он решил что-то переосмыслить в своей жизни. Знаете, бывает у нас такое иногда, да, что-то нам скажут, какой-нибудь некрасивый комплимент, да, в кавычках комплимент я имею в виду, и после этого вот думаешь, а, блин, действительно, вот мне сказали, что у меня мочалка на голове, и вот после этого начинаешь лечить свои волосы усиленно, да, то есть прокачалась даже на негативе, так и он что-то переоценивает в прошлом. Что-то было у вас в прошлом, может, дали какую-то вещь, талисман. Это может быть с магией связано. То есть он не такой, как был вчера, как говорится, понимаете? Но он берет от вас силу. Но он не энергетический вампир. Он просто от вас прокачался. Он вышел на какой-то новый уровень. Чувства его... Я бы не сказала, что вот эти вот две карты, они показывают именно конкретные его чувства, да, там, любовь, скучашки и все остальное. Я бы сказала, что этот мужчина к вам еще вернется, даже если вы не вместе, только для того, чтобы вы его как-то дальше прокачали. Придет получить то же самое, что он уже получал от вас, девочки. Даже если это был, например, просто какой-нибудь просто пятиминутный секс, да, вот этот в нем что-то перевернулось, у него перевернулось. И он, возможно, сейчас ушел, он занимается дальше, вот у него прозрение. Все, это прозрение, девочки. Возможно, он был отшельником, и он решил, что ему нужны будут эти отношения с вами, да. Возможно, он, наоборот, решил, что ему вообще ничего в этой жизни не надо. Это какое-то прозрение. Прозрение благодаря вам. Вот такой вот был второй вариант. Что он чувствует по отношению к вам, мои дорогие котики, кто выбрал третий вариант? Так, а у вас тут выпала шестерка кубков. Девочки, стремится к вам, хочет, я бы сказала, даже любит. Он реально любит вас, да? Он хочет с вами быть. Либо он даже уже есть с вами, да? Он очень близко, он хочет с вами обниматься. Он хочет быть вашим добытчиком, защитником. Он к вам стремится, видит вас своей женщиной, своей женой. Он вас хочет, да, вы ему нравитесь. Вот все, что только можно сказать про шестерку кубков, я, в принципе, уже озвучиваю. Это
хочет, знаете, чтобы жить вместе с вами, да, знакомить вас с своими родителями. Ему хочется с вами лежать, обниматься, смотреть вместе какие-то фильмы, куда-то ходить, дружбу какую-то с вами иметь, но дружбу, которая перерастает в любовные отношения, да. Много хочет чего вам давать. И он считает, что вы ему ровня, вы с его прайдом, вы ему соответствуете, да, вы супер для него вариант. Вот сейчас он думает именно так, девочки, супер вариант для него. И эта карта любовная, очень богатая любовная карта. Вот так он чувствует себя по отношению к вам. Что он чувствует? Красивая карта, я рада, что она выпала здесь. Аж хочется, знаете, вот сижу и хочется даже погладить, да. Я особенно глажу, кстати, не мужчину, а глажу вас. Ладно, это был такой вот третий вариант. И еще немножко про третий вариант добавлю, да. Даже если вы не вместе, если вы в ссоре, он все равно о вас думает, скучает и хочет быть вместе с вами, да. И если я вот так вот глажу, особенно вас, девочки, сейчас, у меня такое ощущение, что он тоже это делает сейчас. И четвертый вариант. Кто выбрал четвертый вариант? Что он чувствует по отношению к вам? Ничего себе, девочки. 15-й старший аркан выпал дьявола. Его колбасит, да. Что бы вы ни вытворили, в ссоре вы или наоборот, у вас, например, был первый секс или еще что-нибудь, либо это вот первая встреча была какая-то, да, его колбасит, ему сносит крышу. Вы ему, девочки, сносите крышу, серьезно. И знаете, в эти моменты он может либо подавлять себе это чувство, да, и пытаться с него выскользнуть, либо оно его затянет и смоет, как в канализацию, просто, понимаете? Просто смоет, как, я не знаю, что. В общем, мужик запал, причем конкретно. Он не может не думать о вас, да, причем такое ощущение, что он испытывает именно какие-то муки, физические муки, когда он о вас думает. Это может быть чувство голода, да, то есть он не может есть нормально, как он ест, он не может спать нормально, как он обычно спал, да, у него какое-то такое вот расшатанное состояние, и это вот просто может злить мужчину, да, из-за этого, то, что он это чувствует, вот это вот голод, бессонницу, да, хождение с угла в угол, руки трясутся, вот это вот какое-то волнение, его это может бесить, и он может делать все для того, чтобы от этого избавиться. Но он прекрасно понимает, да, что, возможно, вы его избавите от мучений, а, возможно, они будут еще глубже и сильнее. Так что, девочки, с этим мужиком играйте до последнего, чтобы этот мужик просто, да, просто аж слезами плакал, и либо от жалости к себе, да, либо от того, что вы идете к нему навстречу, например, да, и у него аж слезы катятся от счастья. Вот с ним это можно творить, потому что он реально очень сильно внутри бушует, очень сильно, да. Причем я бы не сказала, вот дьявол, карта 15-й старший аркан, она такая, знаете, с подвохом, да. То есть он может пытаться бежать от вас, да, бежать от своих чувств он может. И в то же время он не может, вы для него как наркотик. Вот эта карта, которая очень сильно его магнитит к вам. Супер. Вот такое вот, девочки, было сегодня у нас гадание. Все, дорогие, пока-пока.